Дверь и ветер. Ветер и дверь. Столько людей вокруг. И свет. То ли рассвет, то ли закат. Идут навстречу. О чем-то говорят наперебой, что-то обсуждают. Ощущение завершенности происходящего. Как будто ты очень долго шел, а когда все-таки нашел выход, все закончилось. Это понятно в каждом звуке, в каждой улыбке. И с каждым внутренним шагом непременнейшим образом растет ощущение того, что это действительно правда. Но ты делаешь шаг. И, о боже, оказывается, что все еще не начиналось. Не начиналось. И память начинает отматывать пленку назад и записывать заново. Записывать и дублировать. Вот где странность странника. Уже внутри. И уже не один. Шаг. Несколько людей. Несколько мнений. Кто-то сам с собой, кто-то рядом, кто-то звонко смеется с ветром. Так много и так часто. Все глубже и глубже. Проникновение смыслов. Путь от А до Я. Пространство в памяти. Память в пространстве.